Они еще и в броне, судя по количеству патронов, которые в них нужно выпустить, чтобы они сдохли. Здорово. Тихо. Перезаряжаю. Террорист готов. С вами террорист готов. Готов к чему? Никто по мне пошмалять еще больше не хочет. Или все кончились? Кто-то шмаляет. Кто и откуда, непонятно. Зараза. Да где здесь спрятаться-то можно? Ну, вроде все. Сюда, через сюда. И опять опасное помещение, скажем так. Ну вот теперь здесь точно будет перестрелка, да? Конечно, там еще и пулемет установили. Так, ну вроде снял. У меня тут джекпот, походу. Зараза. Новый пулеметчик или я просто не добил старого? Вот в чем вопрос. Угроза ликвидирована. Ну так что? Там поверху еще кто-то слоняется. Не надо гранату, вы со своими гранатами уже, блин, сидите кое-где очень глубоко. Ребят, займите нормальные позиции, а. Рассредоточьтесь хоть как-нибудь. Отлично. А здесь нельзя спрятаться, да? Вот это подстава. Нафига я перезаряжаюсь, непонятно, полный магазин. Че, точно никого нет? Да, всех завалили. Можно двигаться дальше. Ну, наконец-то, новый уровень. Кстати, если бы мы сейчас сдохли, мы бы опять начали бы с этой строительной ямы. Полиция и бунтовщики бьются на улицах. Озлобленные жители вышли на улицы, началось ужасное побоище. Полиция продвигается к... Бежим! Не пойдет. Похоже, они справятся с ситуацией. Сразу за вами. Может быть, она сдала этих бывших спецназовцев, но с Иреной я не в первый раз... Готовьтесь к входу! Так не вхожу в дверь. Может быть, только этим... Пожалуй, надо рвануть. Пробить и зачистить! Момент, когда мы ставлю заряд. Спиной, они грубо... Держите! Замочи, урода! Это живая! Нефиг у дверей стоять. Отлично. Мне так ответили неплохо. Враг нейтрализован. Кто там что ломает с таким диким шумом-то, а? Открываю огонь! Спокойно. Принять оборонительную позицию! У нас минус один уже. Моментально практически, считайте, минус два. И минус я, судя по всему, да, сейчас буду. Текс. Кто там такой умный, а? Oh!
блин, все, каюк мне. Не надо было так рискованно это делать. Ну ладно, не страшно. Самое начало уровня. Полиция и бунтовщики бьются на улицах. Следую за вами. Дверь! Вхожу в дверь. Слышал? Готовимся к эвакуации. Когда озлобленные жители вышли на улицы, началось ужасное побоище. Сколько времени у нас осталось? Давай. Пробить и зачистить! Ставлю заряд. Все, что мне надо... Открываю огонь, следующий. Похоже, они справятся с ситуацией. Построиться! Так, быстренько сюда. Если они сейчас будут ломать двери и идти отсюда, да? Или никто не будет ломать двери? Так, ну, видимо, это дверь все-таки. Готовьтесь к ходу! Вхожу в дверь. Так, я даже туда не собираюсь заходить. Пробить и зачистить. Ставлю заряд. Нормально, даже не отошел. Ко мне! Что? Слушаюсь. Спецназовцу все по барабану. Отлично просто. Вот это было красиво. Зашел, называется. Сразу за вами. Да ты совсем нервный. Хорошо сработано. Ну, типа того. Место предыдущего облома вполне покатит, скажем так. Контакт, террорист. Противник уничтожен. Надеюсь, там никого нет. Текс. Я ранен. А вот трясти весь экран не обязательно вполне. Блин, гребаная перезарядка. Я все время не могу привыкнуть, что она не перезаряжается сама собой. Кто еще к этому пулемету хочет встать? Помогите, да помогите ему уже. Понял. Отлично. Держи. Так получше. Можешь ну идти? И ты держи. Встаю. Так получше. Можешь идти. Намного перебежками лучше. Ко мне. Спасибо. Сразу за вами. Так, где спуститься-то можно? С балкона спуститься нельзя, да? То есть мы не спецназ, получается. Раз нельзя с балкона спуститься. Ёперный пипец! Ну как так можно было лохануться-то? Просто потрясающе. С вами. Правда слышал? Нет. Что это было? Открываю огонь! Роза ликвидирована! Это я, человек, которому все по барабану. Пора уже привыкнуть. Давай, я не буду стрелять. Контакт, террорист! Противник упал. Че, сходим на первый этаж ради разнообразия. Дверь! Занял позицию у двери. Стойте! Удерживаю позицию. Хотя отсюда будет гораздо... Сюда! Так точно. Сложнее что-либо сделать с первого этажа. Следую, я думаю. Замечательно. Он что там, не сдох что ли? Но кто там по мне настреливает так яростно? Я его даже не вижу. Не так не вижу. Кто-нибудь кроме меня по врагам стреляет в этой игре? Зараза просто полнейшая. Есть новости от отрядов. Ты слышал? Логан ранен, прикрой! Я не понимаю. У меня автомат не может просто попасть в двух метрах от цели. Если я на ходу. Но 2 метра это как бы, ну вы понимаете. Что?
Я прикрываю. Отличный выстрел, приятель. Что? Что там? Контакт, террорист! Принять оборонительную позицию! Это же мой! Тихо. Замечательно, просто за 3 секунды разобрали в укрытие. Это тоже круто. Надо было первый раз лохануться, и дальше все, пошло к чертям. Что это было? Еще 500 попыток будут безуспешными. Сразу за вами. Открываю огонь! Эти гады еще по мне попадают постоянно. А этот фигачит там. На, держи немножечко свинца. Мне уже хватает вполне. Еще минус один. Что дальше? Что и кто дальше? Самое главное. Оттуда кто-нибудь попрет? Открываю огонь. Конечно, попрет. Еще один должен быть, по идее. Видимо, нет. Так, ну что, спускаемся опять. 25. Опять нарываемся на тех, кто там заскриптованный из угла выходит, да? Контакт, террорист, я под кожу. Конечно, заскриптованно. Да что вас, мать вашу, где мои напарники? Где мои напарники? Где они? Где? А какая от них польза вот в данный момент? От них никакой пользы вообще не исходит. Никакой. Уже? Расписание. Вообще ноль. Отличный выстрел. Поэтому еще 25 патронов надо выпустить. Открываю огонь. Берегись. Замочил, урода. Блин, сверху этот не до снайпер, блин. Так. А где снайпер сверху? Его уже убили, что ли? Или он просто не вышел? Видимо, убили. Выходить он не собирается на позицию. Перезаряжаю. Кто-то еще живой, что ли? Теперь нет. Фу. Ну, я не знаю, что с этим делать. Скрипт. 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 Где скрипт? Нет, не работает скрипт. Отсюда никто не вышел в этот раз. Классно. Классно, зато проходим, я бы сказал. Так, куда мы вообще прёмся-то? Не пройти, босс. Что, через гримерку проходим, что ли, или что? Замечательно. Смотреть в оба. Здесь мы как на ладони. Давайте. Ломай. Гений недоделанный. Сейчас опять отбиваться будем. Ну, кто бы сомневался, что к нам движутся террористы. Всю игру к нам движутся террористы. Сейчас меня рванут просто. Джо, ты подключена.
Зараза. Так, срочно прервем запись, потому что тормоза.